Здравствуйте, дорогие мои подписчики, те, кто зашел на мой канал. Сегодня с вами Галина. Сегодня я приготовлю куриные рулетики с начинкой. Только у вас это пекло. Их. Так, берем. Сейчас мы разберемся с начинкой. Здесь у меня берем также произвольно и мясо, и начинку, количество начинки. Здесь у меня я отварила рис. Здесь у меня я маленько, значит, помыла и распарила изюм. И здесь у меня 2 зубчика чеснока. Сюда же я добавлю. Добавила. Теперь, значит, что у меня? Беру маленько соли. Обязательно я посолю это все. Так. Теперь я беру приправу для плова. Можете не приправу для плова, можете любую другую приправу. Прямо маринечко. Я не буду много добавлять эту. Так. Теперь я взяла не перцев. Тоже сюда добавлю. Это все дело. Вот. Это мы тоже убираем в сторонку. Дальше сюда я добавлю маленько масла. Чуть-чуть. Оп. Тоже убираю. Буду это все перемешивать. Так, и еще у меня тут лежит яблоко. Сейчас мы его почистим и сюда же порежем мелко. Еще добавлю масло. Хватит. Сторону отправляем. Я почищу и порежу яблочко наше. Так, почистим его для начала. Яблочко взяла. Можно поменьше яблочко. Но я посмотрю, может быть, пол яблочка я сюда почищу и порежу мелко. Лимонный сок я не буду добавлять. Вот такая у нас будет начинка. Взяла я большой нож. Я мелко порежу пол яблочка наших. Настрогаю. Так, туда чесночок. Я тоже его просто покрошила и все. Можно еще было туда банан добавить. Ну, как-то не хочу я банан. Опа. Наверное, половинку вот тут крошу. Половинку я дорезаю яблочко. Дорезала. Так. Что, встаем теперь? Поднимайте. Сюда же мы лимонный сок я не буду сюда добавлять. Так что выкладываю. О. Идем сюда. Давай прибьем. Прибьем, уберем. И будем это все перемешивать. Такая начинка. Яблочко у меня плотненькое. Вот. Как бы начинка такая будет. Она полусладкая, что ли, будет. Так. Хорошо перемешиваем. Вот сколько у нас начинки много получилось. Так, вставляем в сторону. Это все было. Берем нашу ниточку маленькую. Беру я лимончик. Отрезаю. Оп. Так, лимончик отрезала. Можно вилочкой, можно ножичком.
Сюда я буду выдавливать сок лимона. Прилагаем усилия. Чтобы нам хватило на рубики-то. Ой. Я думала, он уже не сочный. Нет, он еще сочный. Вот этот лимон, у него, видите, шкурка. Это сама она гладкая, цедра. И шкурка гладкая. Довольно она, у него, видите, текстура вот такая, вот это не рыхлая такая. Бывают вот эти, как рыхлая такая. У тех сама текстура, как у этого, у грейпфрута. А это нет. В общем, хватит нам, наверное. Выдавила я сок. Вот это все я убираю, вот эти вот семянки. Сюда. Еще хотя. Давай еще капельку. Ну еще капельку. Ой, две эти семянки выпали. Ну все, хватит. Убираем семянки отсюда. Оп, там они не нужны. А где еще? Без очков не вижу. Ау. Семянка. Как долго я тебя искала? Оп. Так. Убираем в сторону. Сюда же я добавлю перцу немножко. И у меня смесь перца. И маленько соли я добавлю. Перца. Вот так вот. Опа. Все, хватит. И соли маленько. Сольки посолим. Так вот я присолю. А то у меня не солено будет. Это все перемешала. Так, это все отодвигаем в сторону. Оп. Отодвинули. Протерли. Это все убрали. Так. Это все я перемешала. Дальше я беру вот такой пакетик целлофановый. Я его просто отрезала. Можно волшебную нашу, наш волшебный коврик. Ну вот у меня это. Дальше идет у меня. Здесь у меня мяско. Здесь у меня я филе куриное, я просто их отбила. Кусочки небольшие. Так. Мы будем приступать, начинять. Значит, бьем. Вот такие у меня рулетики. Так, берем наше вот это вот лимонный сок. Надо его еще хорошо перемешать соль, чтобы разослась соль. И будем вот так поливать. Хорошо. Вот, постараемся, чтобы на все хватило у нас. Во. Дальше берем. Так. Оно мятка нежная. Берем нашу начиночку. Оп. Начиночку выкладываем сюда. Так, изюмка попалась. Изюмка. Что изюмки мало я добавила. Так. И будем мы это заворачивать. Все. Это дело прямо вот так вот. Рулетиками нашими. Так вот, желательно бы плотненько. Оп. 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 Так вот. Я потом еще сверху это присыплю солькой. И, в общем, будем выкладывать. Вот так вот, наверное, будем выкладывать. Оп. Пошли дальше. Что? Выложила, вот закрутила я все эти рулетики, даже маленькие малипуськи. Это вот мне маленько осталось. Это лимонного сока. Чуть-чуть.
Так, теперь берем. Дальше у меня идет, духовка нагревается. Так, здесь у меня идет вот это вот дело. В общем, я обжарила лук, морковка здесь, домашний майонез, маленькая водички, соли и перец. Все это я пожарила, потушила. Это вот все перемешиваем. И сверху будем мы накладывать на наши рулетики. Я не стала, знаете, форму не буду, я не стала отмазывать маслом, потому что там будет еще, вы знаете, тут сколько будет этого сока. Сок будет, не надо масла, потому что морковка обжаренная на масле. Так что майонез тоже на масле, там масла достаточно много. Потому что потом еще с этих рулетиков вытопится все это. Так, берем лопаточку и разравниваем лопаточкой. Сыр пока мы не будем добавлять сверху, пусть оно в духовочке у нас пожарится, наши рулетики, а потом вытащим и сверху натертым сырком, потом обратно в духовочку. Ну все, равномерно прятались наши рулетики. Ну-ка, прячьтесь, чтобы вас не видно было. Ну все, пьем духовку. Так, поставим все это дело. Опа. О, жар уже туда идет потихонечку. Опа, опа, опа. Ай, горячая. Оп. Ну все, пусть стоит 180 градусов. Стоит. Жарится потом. Посмотрим, вытащим мы сыром еще сверху. Вытаскиваем курицу. Вот. И обсыпаем это все сыром. Сверху еще. Прямо засыпаем. Вот видите, там уже сколько это опять жижечки вытопилось. Так. Распределяем это все. И в духовку обратно. Еще минут на 10, на 15. Все, вытащили мы нашу курочку. Вот такая курочка у нас получилась. Так, как у меня вот так вот они, рулетики-то. Ой, сколько этого бульончику. Так, сейчас мы несколько штучек выложим. Так вот. Развернем. Развернем. Оп, 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 потихонечку. Опа. О, какие штучки-дрючки у нас получились. Рулетики. Хорошие рулетики. Так. Я сейчас их полью сверху. Видите, сколько жижечки. Еще один выложим. Красота, красота. О, сейчас я полью жижечкой. Бульончиком этим сверху. Ну, жижечку. Ложечку не видела. Польем вот это вот все дело, и оно у нас будет
не сухой абсолютно. Все. Можно пробовать. А когда мы отодвинем таруночку. Оба. Такая красотень у нас получилась. Дорогие мои, всем приятного аппетита. Можно разрезать. Посмотрим, что у нас там внутри получилось. Горячая. Вот видите, у нас там внутри. Вот. Как-то так у нас получилось. Сейчас я еще сверху полью. Жичка. Тут, дорогие мои, маленько попробовать надо. Я там еще маленько начинки осталось. Кстати, вот эта начиночка у меня маленькая осталась, она вкусненькая такая. Всем приятного аппетита, всем пока-пока, до новых встреч.